Меня зовут Федор. Я думаю, что хорошо ездить на чужие дачи, потому что на своей даче после приезда гостей 2 дня говно отмывать надо. А на чужой, наоборот, отдыхаешь как человек. С ребятами мы знакомы 10 лет с института. Я с женой Татьяной и Костя Гончаров с женой Леной. Компания у нас сложилась маленькая, но регулярная. Мы с собой привезли алкоголь, а Гончаровы приготовили закуски. Когда мы допили 5-ю бутылку водки, я произнес тост за инопланетян. Кто-то, вернее, что-то значительное, должно изменить нашу однообразную жизнь. Поэтому предлагаю выпить за скорейший контакт с внеземными цивилизациями. И за Константина. А я тут при чем? Ты же инопланетянин наполовину. На какую? На верхнюю или нижнюю? На отцовскую. Константин, ты помнишь своего отца? Нет. А глубоко уважаемая Ангелина Ивановна тебе о нем что-нибудь рассказывала? Нет. Значит, твой отец инопланетянин. Петя, по-моему, тебе уже хорош. Видишь, Косте не нравится этот разговор. Он рос без отца. Потом получил психологическую травму на всю голову. И развелись у него комплексы по Зигмунду Фрейду. Кость, даже развелись комплексы по Зигмунду Фрейду. Тебе неприятен тост моего мужа? Я вообще не понял, о чем он говорит. Он говорил, что твоя мама потрахалась с инопланетянином. Федь, ты знаешь, как я тебя уважаю, я тебя даже люблю. Ну, пожалуйста. Ангелину Ивановну словесно не надо затрагивать. Тань, по-моему, ты передергиваешь. Никто ж не затрагивал Ангелину Ивановну словесно. Трахнуться с инопланетянином — это, ну, не знаю, это почетно даже как-то. Ну, а это ж не сантехник какой-нибудь. Ну, я бы с удовольствием трахнулся с инопланетянином. Вот. Вот так и узнаешь, что твоя жена в сущности, блядь. Я бы никогда не вступила в половую связь, неизвестно с кем. А известно, с кем вступила бы? Да. Ни с кем бы не вступила. Мы вот с Ленкой уже 2 года в разных комнатах спим. Ну, не о тебе речь, обо всех остальных. Я предлагаю выпить за Костю. В нем действительно есть что-то инопланетное. 2 года спать в разных комнатах с собственной женой. Не каждый сдюжит. Костя. Леночка, а ты знаешь, в тебе тоже есть что-то инопланетное. Взгляд у тебя бездонный, влекущий. А ты помнишь своего отца? Он в среду заезжал со своей женой новой, студенткой его бывшего. А знаешь, Федь, в тебе ведь тоже что-то есть такое влекущее. Давай выпьем. Феня, ты смотри мне, то ты сначала маму мою затрагивал, теперь жену мою затрагиваешь. Вот, за жену, за твою, за Ленку, я хочу выпить. Готов.
Костю отнесли в дом и уложили в кровать. А мы с девочками вернулись к камину. Дальше я ничего не помню. Как пишут в сценариях, затемнение. Пока я исполнял супружеский долг, я был уверен, что исполняю его честно, с законной женой Татьяны. Но в какой-то момент я обнаружил, что это не моя законная жена, а жена Кости, Лена Гончарова. Доброе утро, Леночка. Доброе, Федечка. А что ты делаешь в моей кровати? Лежу. А почему ты лежишь, а не Татьяна лежит? Ну как... Напились вчера. А, это да. Да хорошо ж было. Заебись было. Знаешь, мне с тобой тоже очень хорошо было. А Татьяна-то, значит, с Константином. Ситуация. Неудобно как-то получается перед Константином. Это, ты знаешь, с какой стороны посмотреть. Если справа, то да, как-то неудобно, а... А слева заебись. Есть идея, чтобы вот эта путаница не переросла в семейные драмы. Предлагаю перенести сюда тихонечко Татьяну. А ты пойдешь и ляжешь к твоему мужу. Главное, чтобы они не проснулись. Mm. Да и не проснутся. Татьяна раньше 10 не просыпается. Ну да. Костю тоже хрен разбудишь. Он так после 3 будильника встает. Федя, где Костя? Костя, где? А что, дорогая? Костя, где? Костя, ну, как это он, у Леночки, наверное. Где Костя? А как я здесь оказалась? Костя вчера взглядом покалы двигал. Лампочки без электричества зажигал.
И вообще такое устроил. Что я тебе решительно заявляю. Я ухожу от тебя, Константину. Верни меня к нему. И вообще, ты не имел права меня перетаскивать сюда без моего ведома. Это похищение. Я юрист. Даже как же дети? А дети поймут. Костя! Я тебя люблю, меня похитили! Костя! Что тебе надо от моего мужа? Мы с Костей решили пожениться. Решили ли? Вообще-то мы с Костей любим друг друга. Любите. Ага. Не спите 2 года вместе. Давай спросим у Кости. Давай. Давай. Костя! 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 Кость! Костя! Кость! Кость, просыпайся. Костя! Проснись. Что? Что? Кость. Что? Что? Что случилось? Они мне не верят, что мы с тобой женимся. Мы женимся? Кость. Не, в смысле? Стоп, подожди, мы договорились, что ты переезжаешь от Феди ко мне. Ну, про брак мы ничего не говорили. Может, я выпил, я не знаю, провалы в памяти. Договорились. И про брак договорились. Я переезжаю к тебе и в брак. Подтверди. Я подтверждаю, но что с Ленкой-то делать? Ребят, вы так говорите, как будто меня тут нет. Леночка, ты здесь есть. Ввиду сегодняшнего разворота, предлагаю тебе жить со мной. Ну а что, нам же было так заебись, в общем. Вот ведь как бывает. Однако. Все-таки хорошо, что мы воспитанные люди с высшим образованием. А то и мордобой, и травмы могли бы быть. Что, правда, Инпланти? Я поэтому ушла от него спать в другую комнату. Мало ли бы залетела, родился какой-нибудь ящер. Ящер-то нехорошо. Говорят, сейчас минут еще хуже. Тебе повезло, ты не залетела. Надо Тане позвонить. Предупредить. Счастливый на чужой и красивой земле. Я стою, как скала молчаливая.